Уже в пятый раз на базе 98-й воздушно-десантной дивизии проходят соревнования по самбо на кубок главнокомандующего. Под одной крышей собрались и военные, и гражданские. Порядка 200 участников со всей страны. Их ждут два дня захватывающих соревнований. Сегодня принимают участие практически все спортсмены с Российской Федерации. Практически все федеральные округа борются на соревнованиях. В первый день борются 180 спортсменов. Это высококлассные мастера международного класса, мастера спорта, заслуженные мастера спорта принимают участие. Напутственные слова от руководства дивизии, главного тренера сборной России, гимн и «Добро пожаловать на ковер». Самбо – это наука обороны, а не нападения. В основе философии этого вида единоборств – открытость к лучшему, формирование личности, которая может постоять и за себя, и за свою родину. Это и сближает данный спорт с воздушно-десантными войсками. Воздушно-десантные войска – это тот род войск, который находится всегда на острие атаки, на острие самых сложных ситуаций. И наш вид спорта, он и предназначен для того, чтобы суметь правильно, мягко, технично обезвредить соперника. Поэтому наш вид спорта подходит к этой тематике. И уже давно норма, что самбисты-десантники входят в состав сборной страны. В прошлом году, например, четверо военных выступали на первенствах Европы и мира. Не исключено, что этот турнир откроет новые имена, которые потом войдут в историю самбо. Приехало очень много команд, 12 команд со всей России. Я представляю 83-ю бригаду, город Уссурийск, 83-я бригада. И, конечно, конкуренция этих соревнований растет. Очень много приехало ребят. Конечно, ковер покажет, кто как будет выступать. Это, конечно, соревнования очень хорошего уровня. И радует, что десантники сейчас проводят такие соревнования, что большая конкуренция, что самбо развивается. Поединки военных и гражданских проходят на разных коврах. Отличить нетрудно по прическе. В этой схватке победа достается спортсмену из Ярославля. Соперники очень сильные. Первой схваткой недоволен. Подвела выносливость. Думаю, далее будет все более удачно. А так первый выиграл блин. Турнир по самбо на кубок главнокомандующего воздушно-десантных войск – это прямой отбор в финал чемпионата страны, который пройдет в марте в Казани. Там же будет сформирована сборная России. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.